главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Плюс 3. В Ненецком округе зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Экзамены в режиме онлайн. Учащиеся 4-го курса Ненецкого аграрно-экономического техникума готовятся к итоговым испытаниям, которые пройдут в дистанционном режиме. Об особенностях подготовки расскажет Ольга Руссул. Все ровно. Сотрудники гидромедстанции Нарьинмара обследовали Печору на наличие торосов, а также измерили толщины льда и снега. Эти данные необходимы для прогноза прохождения ледохода. Дерево добра. Почта России проводит благотворительную акцию. В ее рамках каждый желающий может оформить подписку ветеранам Великой Отечественной войны. В Ненецком округе с нарастающим итогом всего зарегистрировано 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные на утро среды привела главный санитарный врач региона Наталья Кирхар. Всего за последние сутки выявлено 3 новых случая – у 2 жителей Нарьинмара и 1 человека на Варандее. Под наблюдением дома находится 56 человек. Проведено 1163 исследования. В целом по стране, по данным сайта StopCoronavirus.RF, за последние сутки зарегистрировано 5841 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны. Среди вновь заболевших почти 50% без клинических проявлений. Общее число случаев заболевания перевалило за 99 тысяч. За сутки выписаны более 1800 выздоровевших. Умерли 108 человек. Владимир Путин накануне выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как заявил президент, с нуля удалось развернуть производство целого ряда лекарств. Выпуск аппаратов ИВЛ вырос с 60 до 800 в сутки, а в мае будет 2500. Задача по обеспечению койко-мест в больницах решена почти полностью. России удалось затормозить распространение эпидемии, но ситуация остается крайне сложной и пик еще не пройден, подчеркнул президент. Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя. Даже когда пик будет преодолен, в ряде регионов ситуация может оставаться напряженной, отметил Путин. Для безопасности граждан и поддержки экономики глава государства объявил рабочие дни между майскими праздниками 6, 7 и 8 число выходными с сохранением заработной платы. Таким образом, нерабочие дни продлятся вплоть до 11 мая. От всех нас потребуется предельная собранность. Дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения. Возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились. Все этого ждут. Но чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет. Также глава государства дал ряд поручений. В частности, правительство, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу, начиная с 12 числа, из режима ограничений. А Кабинет министров разработает новый пакет мер по поддержке экономики и граждан, общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики. В майские выходные дни многофункциональный центр Ненецкого округа будет закрыт для посетителей. В частности, офисы «Мои документы» во всех населенных пунктах округа будут закрыты в период с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. Часть филиалов будет вести прием 6, 7 и 8 мая. В праздничные дни центральный офис МФЦ в столице округа и офис в поселке Искателей будут вести прием посетителей с 9 утра до 2 часов дня. В окружных муниципалитетах офисы будут работать по стандартному графику. Офис МФЦ в Нарьинмаре по улице Рабочей и Центр оказания услуг «Мой бизнес» по-прежнему будут закрыты для приема посетителей. Информация о работе отделения размещена на портале сети МФЦ Ненецкого округа. Как отметили в учреждении, прием посетителей во всех офисах МФЦ, работающих в период с 6 по 8 мая, осуществляется исключительно по предварительной записи. Прием заявлений ведется только на предоставление жизненно важных услуг, включенных в специальный перечень, который размещен на сайте МФЦ.
Средние специальные учебные заведения Ненецкого округа готовятся к экзаменам. В связи с объявленным в регионе режимом повышенной готовности, профессиональное училище, Ненецкий аграрно-экономический техникум и социально-гуманитарный колледж также перешли в режим дистанционной работы. Подробнее о том, как проходит обучение и подготовка студентов к экзаменам, в нашем материале. Давайте с вами пробежим сейчас по экзаменам, которые у нас будут происходить завтра. У всех есть доступ на Яндекс.Диск. Завтра 20 студентам 4 курса предстоит сдать экзамен. В сложившейся эпидемиологической ситуации он пройдет в режиме онлайн. В остальном все как обычно. В 9 утра преподаватель даст задание, которое надо выполнить за определенное время. Как и положено, перед сдачей студенты получают консультацию от преподавателя. Ну, сложность на самом деле возникает в том, что сложно контролировать детей. Если в формате экзамена у нас мы принимаем преподавателя, очно принимает студента, то тут сложно проконтролировать процессы именно списывания, так сказать. Но выходим из этого положения каким образом? Во-первых, это видеоконференция, то есть у нас есть живое общение со студентом. Ну, во-вторых, сокращение времени на выполнение задания. То есть среднее специальное образовательное учреждение региона, как и школы, перешли в режим дистанционного обучения. Лекции, семинары, зачеты и экзамены теперь проходят в системе конференц-связи. Изначально была такая сложность, что мы долго подбирали те программы, которые могли бы у нас работать с условиями вот нашего интернета. Вот. Кто-то через ноутбук выходит, кто-то через телефон. То есть сейчас вот у меня 100% все студенты вышли на связь. В отличие от школ, которые заканчивают учебный год в мае, профессиональные учебные заведения продолжают образовательный процесс и в июне. В частности, Ненецкий аграрно-экономический техникум учит студентов до 30 июня. Ну, группы, которые у нас в этом году выпускаются, студенты уже начинают сдавать текущие экзамены, текущие зачеты, чтобы выйти на производственную практику. Конечно, на сегодняшний день мы организовали свое обучение с применением дистанционных технологий и электронного обучения. За этот месяц преподаватели, мне кажется, уже огромное количество освоили информационное пространство. И, соответственно, сегодня максимально они применяются. Еще одна специфика профессиональных учебных заведений – обязательная практика. Для некоторых профессий пройти ее можно также дистанционно. Выручает то, что студенты уже на протяжении второго, третьего, там, четвертого курса, они уже ходили на практику. Мы их постарались распределить в те же предприятия на сегодняшний день, где раньше они уже были. То есть у них есть уже наработанный материал, предыдущие дневники, отчеты, которые они могут использовать. То есть они уже знают там тех работодателей, да, которые за ними закреплены, то есть со стороны работодателя, специалистов. Они связываются с ним также дистанционно, получают материал, обрабатывают, пишут дневники, отчеты, ну и параллельно пишут также дипломную работу. Всю необходимую информацию студенты получают сейчас онлайн, выбирая для обучения и взаимодействия с преподавателями удобные интернет-платформы. По каждой дисциплине, которая изучается студентами, информационные материалы публикуются на Яндекс.Диске, и общение проходит, например, в режиме через программу Zoom. В целом, средние специальные учебные заведения региона готовы работать в формате дистанционного обучения. Но все же некоторые специальности предполагают очные курсы и практические задания. Мы в департаменте этот вопрос обсуждали в связи с выступлением президента вчера. После 12 мая уже будут приниматься другие решения, например, по снятию определенных ограничений в каждом регионе. И в соответствии с нашей обстановкой в регионе мы уже будем принимать решение о завершении года учебного в этом году или в этом учебном году, или будем переносить завершение уже позже. По словам преподавателей, студенты готовы к различным вариантам обучения – дистанционному и очному. Но последний, конечно, более предпочтителен. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». В Нарьинмаре с 30 апреля запрещен выход на лед. Соответствующее постановление подписано главой города Олегом Белаком. Средняя толщина льда на реке Печора составляет 85-90 сантиметров. Замеры ледового покрова провели специалисты Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмара. Измерения проводились на участке от села Великовисочное до острова Эйхерев. На обследованном участке наблюдается преимущественно ровный ледостав, торосов нет. Замеры льда на реке Печора производятся для прогнозирования вероятности возникновения опасных гидрологических явлений – заторов. По результатам исследований определяется толщина льда, высота снега на льду, глубина погружения льда и другие параметры.
после чего мы можем уже сделать выводы. Будут у нас формироваться заторы на некоторых участках, затороопасных участках, как правило, это происходит, либо не будут. И вот по нашим результатам обследования, которые мы провели 27 мая, мы выявили, что лед у нас по своей структуре неоднородный, что он среднюю толщину имеет порядка, наверное, 67 сантиметров, если рассмотреть всю протяженность нашего обследованного участка. Очень много мест, где существует прослойка воды в толще ледяного покрова. Торосы мы не выявили. По рекомендациям, которые Объединенной гидрометеорологической станции Нарьян-Мара согласованы с отделом речных прогнозов Севгидромета, при прохождении ледохода на реке Печоры не понадобится проведение взрывных работ. Также нам необходимо обратить внимание на прохождение ледохода на участках, которые мы выделяем. То есть это район Оксина и у острова Эйхере. Мы также будем наблюдать за уровнями и за ледовой обстановкой. Вот там возможны заторы, но при более высоких уровнях они, конечно, нам не доставят неудобства, то есть они могут пройти. Во время паводка на реке Печора будет выставлено 13 временных гидрологических постов и 8 постоянных. Сроки прохождения ледохода не меняются. 25 мая с погрешностью плюс-минус 7 дней. Ожидаемый уровень воды 600 сантиметров при заторе. Мария Даник, телеканал «Север». Весенняя охота в Ненецком округе пройдет 16 по 25 мая. В связи с объявленным в регионе режимом повышенной готовности, сезон пройдет в несколько ином формате. В первую очередь в регионе будут действовать ограничения на въезд граждан из других городов с целью осуществления охоты, а также на ввоз охотничьего оружия в мае-июне 2020 года. Более 200 разрешений на добычу гуся выдано жителям Ненецкого округа на весеннюю охоту на территории региона профильным департаментом. Первое самое весомое отличие этого промыслового сезона – охотиться могут только местные жители. И только для местного населения. То есть те, кто имеет прописку в Ненецком автономном округе, имеют право охотиться на гуся. В рамках весенней охоты жители региона смогут добывать водоплавающую дичь. По одному разрешению предусмотрена добыча не более 20 гусей и казарок, а также 20 селезней. Госпошлина составляет 650 рублей с учетом скидки. При получении услуги в электронном виде стоимость составит 455 рублей. Поэтому в ведомстве рекомендуют получать разрешение через портал госуслуг без личного визита в департамент. На этот день выдали, если не ошибаюсь, около 200 разрешений только местным жителям. Это не касается коренным и малочисленным народного населения, раз. И второе, охотятся только местные жители. Все остальные, которые приедут сюда к нам из других городов России, это, будем считать, браконьеры. Что касается непрошенных гостей из других регионов, которые не прочь поохотятся в Ненецком округе, несмотря на запрещение, то в отношении их будут приниматься строгие меры. Охотники, настоящие охотники, это профессионалы. Они дорожат своим оружием, они дорожат своим званием, не знаю, как это сказать. Вот. Потому что если они нарушат, мы имеем право с помощью органов полиции, МВД, у них изъять оружие. Они этим дорожат. То есть настоящие охотники сами придут. Кроме того, если раньше в каждом районе Ненецкого округа срок охоты начинался в свое определенное время, то сейчас сезон откроется строго 16 мая, а закончится 25-го. На всей территории региона для всех трех участков охотничьих угодий. Ольга Русул, Леонид Шишлов, телеканал «Север». До юбилея Великой Победы 9 мая осталось несколько дней. В преддверии большого праздника телеканал «Север» рассказывает о героях-земляках. Сегодня наш герой – уроженец большеземельской тундры Антон Антонович Валейский. Он родился в семье оленеводов 29 января 1921 года, участвовал в освобождении Польши. В марте 1945 года во время боев за город Гдыня был тяжело ранен. По воспоминаниям сослуживцев, Антон Антонович был смелым, выносливым, решительным разведчиком. Вместе с 5 товарищами он спас боевое знамя 143-го артполка. Из 6 бойцов в том бою в живых осталось только 2. Об отважном разведчике продолжит Любовь Пермякова.
В начале войны Антона Валейского назначили старшим разведчиком штаба. Второй дивизион, в котором служил наш земляк, встал стеной на пути немцев, рвавшихся к Мурманску. В жесточайших кровопролитных боях на Западной Лице наши артиллеристы измотали и обескровили отборные части горнострелкового корпуса Норвегии под командованием генерала Дитля, который после этого так и не смог больше продвинуться вперед. В сентябре бессмертный подвиг совершил личный состав 6-й комсомольской батареи, которая удерживала свой рубеж до последнего патрона. Гитлеровцы имели более чем двукратное превосходство в живой силе и огневых средствах, а в авиации – четырехкратное. Почти все батарейцы во главе с командирами погибли смертью храбрых, но свою задачу выполнили. Врага на Мурманск не пропустили. Причем он в самом начале войны совершил подвиг, вынес знамя своего полка из-под огня немцев. Вот. Затем он воевал в Померании, был награжден последовательно медалью за отвагу и орденом славы третьей степени. Антон Валейский, не щадя жизни, вышел под ураганным обстрелом на открытое место. Из ручного пулемета расстреливал атакующие цепи врага. Свинцовыми очередями пробивал коридор для выноса боевого стяга полка. Так было спасено знамя, с которым гвардейцы восстановили позиции на Западной Лице. Сам Антон Антонович позже вспоминал. Было очень страшно, не передать словами. Столько ребят полегло. Когда стало понятно, что выжившим придется отступать, мне дали задание – спасти знамя. Я снял знамя с древка, обмотал вокруг тела, сверху одел гимнастерку и пошел. В голове была только одна мысль – спасти знамя. После этих боев наш герой попал на Карело-Финский фронт и пробыл там до декабря 1944 года. В декабре полк перебросили в Северную Польшу. Антон Валейский участвовал в освобождении ряда городов Восточной Пруссии. В марте 1945 года большеземельский герой едва не погиб. Причем в Померании он получил тяжелейшее ранение, ему оторвало руку. Как вот описывает наградный лист его подвиг, он под огнем пулемета корректировал огонь для того, чтобы подавить эти огневые цели. И в итоге подавил, но сам получил эти тяжелейшие ранения. Ему очередь оторвала немецкого пулемета руку. Он истекал кровью, его вытащили из-под огня. В 1946 году Антон Антонович демобилизировался. Он приехал в деревню Новикбош республики Коми. Работал там директором маслозавода. Затем трудился в нарсуде судебным исполнителем. После в совхозе Усть-Усинский, завхозом-экспедитором. Он прожил со своей супругой Августой Ильиничной долгую и счастливую жизнь. 7 десятков лет. Вырастил и воспитал 6 детей. Спустя более чем полвека ветеран Великой Отечественной войны Антон Валейский получил еще одну награду – Орден Славы Третьей степени. Заслуженная медаль нашла своего героя лишь спустя 67 лет. Почетный житель деревни Новикбош Антон Антонович скончался 1 июля 2015 года на 95-м году жизни. Любовь Пермякова, Леонид Шишилов, телеканал «Север». Подписка в подарок. В преддверии Дня Победы Управление Федеральной почтовой связи Ненецкого округа филиал Почты России приглашает всех желающих принять участие в благотворительной акции «Дерево добра». Жители предприятий и организации Ненецкого округа могут принять участие в акции и подарить подписку на периодическое печатное издание ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, ветеранам труда, труженикам тыла, постояльцам социальных учреждений для пожилых людей. В канун 75-летия Победы каждый из нас может сделать подарок ветерану. Подарок ветерану может быть в виде подписки на любимую газету или журнал. Для того, чтобы сделать этот подарок, необходимо знать только фамилию, имя, отчество и адрес доставки, где проживает ветеран. В случае же, если желающие сделать подарок не располагают данными, можно обратиться в ветеранские организации округа, где им окажут информационную помощь. Оформить подписку можно в любом отделении почтовой связи в Заполярье. Также можно воспользоваться онлайн-услугой. Это на сайте Почты России. Выйти и сделать подписку. А также можно воспользоваться услугами почтальона. Вызвать на дом и оформить подписку. При предъявлении документа, подтверждающего ветеранский статус, предоставляется 20% скидка на подписку. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.